Всем привет, дорогие подписчики и гости канала, с вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру Бэтмен, рыцарь Архима. Итак, в прошлой части мы остановились на том, что все-таки пугало распространил свой яд с помощью шквального огня. И нам надо уничтожить этот шквальный огонь. Но Бэтс пока не знает, как это сделать. И нам придется допросить этого ученого, который его создал. Правда, при этом не попасться в этот газовое облако. Придется пробежаться. Офигеть, да? Ха-ха. Вот это облака с газом. Так, мне бы зацепиться бы. Ну я... Да, отлично получилось. Молодец. Так, 700 метров. Эх, мне бы за тот верх бы. Не дают возможности. Ладно, тогда сюда. Мне надо снова в дирижабль этот попасть. Так, отлично. Что у вас здесь есть? Да вроде ничего, да? Ох ты, зараза! Ох ты, зараза! Ну, блин. Фух, отлично. Так, хорошо. Значит, нам надо как-нибудь туда зайти. You, sir, just got a taste of the new dynamic duo. Речевой синтезатор надо будет достать, да? Stag's increased the level of security since we last spoke. Guess he knew I'd be back. Only way past this door is via his voice print. I've got so much money, even Batman won't be able to stop us. Есть, отлично.
Voice calibration complete. Ну что ж, пробуем. Simon Stagg, open. Теперь у нас есть голос, есть отпечаток. Stagg got out somehow. The militia won't spare him if they track him down. I should deal with them first before I look for him. Так, хорошо. Предлагаешь разобраться с бойцами, я с тобой согласен. I should be able to order his men around. Так. I need to get closer. I need to get closer. Before used was alive. What part of kill squad do you not understand? Oh, I'll kill the old bastard. Don't worry about that. I'm just saying, if I was in charge, maybe I'd handle things differently, you know? Да, не то, что надо сделал. Фух. Ох ты, зараза, успел убежать. Так, управление дроном где-то внизу, да? Так, чуть не нарвался, блин. Так, хорошо. Так, что у нас остался один? Отлично. Stagg's fingerprints on file. I can pick up his trail at the container and track him down. Sergeant, the vital apps he is down. Deploy serpentrols to all exits. Batman does not leave that ship. Sir, the cloudburst is active. He can't stop us. He doesn't get that chance. Yes, sir. Okay, Stagg. Where are you hiding? Так, ну и...
Куда-то вниз уходит, да? Stag must have been crawling around on the floor trying to hide from the militia. Куда ж ты заныкался-то, а? Состояние труп. Так, это не стек. Ага, вот он. Responsible for each and every person Scarecrow has killed. It's surrounded by a nimbus field. It helps spread the toxin, amplify the effects. Any vehicle not using a nimbus cell will be fried. Then you won't mind if I borrow one. No, of course not. By all means. Get in there. И к себе в рюкзачок. Дальше что? Stag's given me a way to take on the Cloudburst tank. Given? How kind. I'm heading back to the Batmobile. I need to find a way to fit this Nimbus cell to the main power drive. But sir, Crane's toxin can be absorbed through the suit's fibers. Not even a gas mask could protect you. If you're in there too long, there's no telling what could happen. Then I need to work fast. Так, сможем поговорить? Doors are on a timer. What do you think's gonna happen at feeding time? These animals haven't eaten in days. Так, ну раз мы вернулись на дирижабль, сможем ли мы? Так, а где выход-то? С той стороны вроде нет, да? Нет, есть, кстати, какая-то дверь. Нас контролирует дрон, что ли? Уничтожается ударами сверху. Нет, а сюда нельзя наверх. Ух ты, блин! Ясно. Не лезем мы пока сюда. Хорошо. Через другие. Вот зараза, а. Так, отсюда мы зашли. В прошлый раз... Так, сымитируем. Саймон Стаг, open. Так, что у нас здесь? Ага, турелька. Ну, в принципе, мы... А, мы просто обошли, да? Ясно, ясно. Так, как бы нам эту турельку теперь бы обойти? Нет, не получится, Бэтс, так. Придется ее слепить.
Simon Stagg, open. Хм. Не так-то все это и просто. А здесь речевого больше нет, да, только один был. Худо дело, худо дело. Под контроль я не могу взять? Нет, могу, почему нет? Выдвигаем. Ну. Ха-ха-ха, здорово. Так, здесь никаких у нас... Нет, загадочника здесь нет. Блин, а тут... У нас, кстати, есть... Подарок от загадочника, только как его забрать... А наверх ты забраться не можешь, да? Тоже нет. Странно. Так, и как же забрать нам здесь? Так, 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 так. Нас там ждут друзья. Что надо с этим сделать? Пока мне непонятно. Ну-ну-ну-ну. Так, мне туда совсем не надо. Так, попробуем управляемый. Понятно, честно. А что здесь делать нам надо? Так, и... Simon Stagg, open. Так, пусть дверка будет открыта. Я могу только либо туда, либо туда. Так, упал куда-то туда вниз. А, ну ладно. Ох ты, зараза, а!
Иди сюда. О, наконец-то. Молодец. Долго ж ты соображал, Бэтс. Так, у нас здесь можно теперь открыть данные ячейки. Не то. Саймон Стэг, open. Так, молодец. Open, open. I should get clear before detonating. Хорошо. А, ясно. I could be crushed if I try and alter the airship's stability. Угу. Нет управления здесь. Ух ты, ёх моё! Вот ты зараза, а! Кошмар. Ну ты даешь, Бэтс. Так, управление получили. Здесь, в принципе, все. А теперь надо мне... Не, в другую сторону, в другую сторону. Отлично. Еще раз. Есть еще один трофей. Ну и как-нибудь ты собираешься туда залазить? Вот сюда надо. Эй, Бэтс. Не хочет, зараза. Так, у нас какая-то была лазейка наверху, да? Да нет, некуда здесь... Так, ладно, пока вниз. По-моему, с этой стороны была еще одна дверь. Да, точно. Саймон Стэг, open. Здесь у нас ничего. Ничего. А, ну мы это здесь проходили. Все правильно. Так, ясно. Но как же тогда попасть туда? Вернее, как там решить загадку? Давайте еще раз.
Так, пробили стену. Это все хорошо, но как здесь решить загадку, пока непонятно. Так, не ясно. А, люк открывается, да? Ну, так как только я попадаю сюда, он закрывается. Так, ладно, управляемый батаранг. Так, еще понять бы, что здесь надо нажать. Было бы здорово. Так, ну я, наверное, могу понять только через верх. Нет, не сюда, не сюда, Бетс, не сюда. Непонятные жуки. Да, вот здесь вот у нас загадка. Ну вот как ее разгадать? Пока непонятно мне. Так, ну эту загадку мы разгадали. Выше лезть смысла я не вижу. Может быть, надо попасть управляемым батарангом? Давайте попробуем. Надо же понять, как забирать эту загадку. Да, загадочник умеет загадывать. Цепляться здесь по-любому некуда. Нет, нельзя забрать, кстати. Хм. А как что-то туда попасть? Цепляться-то некуда. Хм. Ну ладно. Будем выходить, потому что не понял я, как решить эту загадку. Может быть, когда-нибудь и поймем. Потому что нам загадки все равно все собирать надо будет, чтобы поймать самого загадочника. Ладно, где у нас здесь... А, ну в принципе мы же туда и попали. Только мне... Куда мне вообще надо-то? Что-то я не вижу ни карты. Эй-эй-эй! Бетс, не сюда. Хм, а он не хочет никуда, блин. Только здесь. Так,
Где-то у нас, по-моему, здесь был выход, да? Фух, аж 1500. Да, вот это будет полетик. Я так полагаю, нам сейчас как раз надо в Бэтмобиль. Вот эту вот шнягу куда-то туда засунуть. Так, еще одна башня у нас здесь, да? Может, получится ее освободить как-нибудь? Давайте посмотрим. Под конец серии. Так. Не получается. Отлично. Фух, получили, ребятки, по заслугам. Так, еще одна башня освобождена, но нам надо на основное задание. Так, так, давай, цепляйся, Бэт, цепляйся.
Так, ну давай, давай, давай. Аллилуйя. No turning back now, Bats. It's time to face your fears. Так, ну, чинить уже будем мы его в следующей серии. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях. Всем пока!